Всем привет, друзья! Мы вернулись домой. Сейчас мы находимся в Бурсе и приехали с детьми и с папой нашим в аквапарк. Это наш аквапарк. Находится он на территории Подиум парка. В Подиум парке я как-то уже вам снимала. Ссылку оставлю на видео, где я делала обзор. Вот это одно из мест. Я абсолютно ничего не снимала по дороге, никогда летела, никогда мы ехали сюда, потому что мы третий день как находимся дома, и я неважно себя чувствую. У меня в самолете разыгралась очень сильная мигрень, и все, никак я не могу еще прийти в себя. Плюс, видимо, акклиматизация, я не знаю. Вот. Чуть попозже расскажу, что здесь есть, про стоимость и так далее. Ты плывешь, что ли, мой хороший? Ты не боишься? Классно, тебя на рукавнике держу, да? И дно ты не чувствуешь и не боишься. Ну, здорово. Молодец. А теперь ты на лесенке стоишь, да? Нравится тебе тут? Нравится? На рукавнике, да. Здорово. Давай к нам, давай сюда к нам. Давай. Так, друзья, с этой стороны находятся обычные бассейны и шезлонги. Здесь у нас фудкор в тенечке. Кстати, система, как во всех, видимо, аквапарках, на карточку. Тебе дают карточку при входе, на нее нужно положить деньги, которые здесь можно тратить. А... Сейчас, секунду. Так, меня отвлекли, продолжаю. А вот с противоположной стороны от фудкора находятся аттракционы и горки. Сейчас мы посмотрим. Здесь вот такие горки для маленьких, для совсем малышей. Я думаю, что Девран будет здесь у нас тусить. И крупные горки с противоположной стороны. Но они, по-моему, пока не работают. Забыла сказать, что при входе проверяют сумки на наличие и отсутствие еды. С собой нельзя приносить еду. Насчет воды не знаю. У нас была с собой бутылка с водой, наполненная. То есть не покупная, а наполненная. Мы из дома взяли литровую бутылку. Про нее ничего не сказали, мы ее взяли с собой. Сейчас я вам покажу, какая бутылка. Вот, вот такая бутылка. Мы ею пользуемся пока что, пьем эту водичку. Аслан отдыхает, сидит, Девранчик купается. Они ходили на горки, большие горки почему-то не работают. Либо перерыв, либо что, не знаю, но детские работают. Я вообще еще не купалась и не хочу пока. А детям здорово. Не смотрела. Закир мне принес еду. Они уже поели. Так, здесь меню какое? Вот дюнер, да, с мясом. И гамбургеры. Вот дюнерчик, там внутри мяско, зелень, помидорки. Молодец, молодец. Видели, что там? Там пенная дискотека, пойдете? Идите посмотрите, да, идите. Бран, иди. Gidiyorsun zamana bırakmadım tehlike arz ediyorsun suçu.
Сниму вам еще раз этот вид. Немножко поменялся свет. Мальчики ушли с папой кататься на горках. Я лежу, отдыхаю в тенечке. Нам здесь очень понравилось. Всем рекомендую. Опа! Еще видите, разные конкурсы проводятся. А дети пошли вон на те горки. Я иду за ними. Они, оказывается, этими палками их подгоняют. Опа. Аслан тоже хочет бежать. Не знаю, возьмут его или не возьмут. А, пустили его. Гид, Аслан. Олмады. Но главное, что пустили. Друзья, мы отправляемся домой. Спасибо всем, кто был с нами. Надеюсь, вам было интересно. До встречи в следующих видео. И, кстати, это видео, наверное, выйдет у меня в начале, а потом будет еще несколько видео, одно или два, с наших каникул российских. Вот, там остались еще отснятые интересные моменты. Что ж, ждите нас в эфире. Всем пока еще раз говорю. До новых встреч. Так, вот снимаю цены, как обещала. И мы отправляемся домой.